я озаглавил эту лекцию «Величайшее приглашение». Это приглашение, которое обращено к человечеству со времени великих событий жизни Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, 2 глава, 19 стих, Иисус говорит, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Храм был прообразом он служил прообразом всего, что происходило в жизни и служении Иисуса Христа. В таком смысле мы также можем быть частью духовного храма, который готовит Бог. Он говорит: Я сделаю Тебя столпом в храме Моем. Таким образом, есть духовный храм, который созидается в данное время. И Иисус Христос говорит, разрушьте этот храм, и я в три дня воздвигну его». Иерусалимский храм был воистину потрясающим зданием. Это реплика, которая находится сегодня в Иерусалиме, в миниатюре. Ее можно там посмотреть. Иудеи говорят, «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» В 21 стихе он объясняет, а Он говорил о храме тела Своего. И Иисус Христос предсказывает о том, что Он умрет, и через три дня Он воскреснет из мертвых. И поскольку иудеи пользовались включительным исчислением, поэтому если Христос умер до захода солнца в пятницу, это день один, в субботу Он покоился в могиле, второй день, и в воскресенье Любая часть дня считалась целым днем, таким образом, три дня. Он говорил о своем воскресении в третий день. Если сегодня вы посетите Иерусалим, вы обнаружите здесь гробницу, которую многие считают гробницей Иисуса Христа. И очень вероятно, что Христос находился именно здесь. Здесь находится выемка, в которой находился огромный камень, круглый камень, который закрывал вход в гробницу. И когда археологи обнаружили это место, они были потрясены, потому что все соответствует библейскому описанию просто удивительным образом. Завтра вечером я буду говорить о тех местах, где ходил Иисус. И мы посмотрим на интересные факты, Относительно этого же места. 22 стих Иоанна 2 главы говорит: Когда же воскрес он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Иоанна 2 глава, 22 стих. О каком Писании они говорят? Писание, единственное, которое у них было, это был Ветхий Завет. А они ссылаются на книгу пророка Исаии, где было предсказано страдание, смерть и воскресение Иисуса Христа. Они здесь говорят о писаниях, которые исполнились. Иоанна 2 глава 22 стих. Первое послание к Коринфянам 15 глава 14, 17 и 18 стих. Библия говорит о значении воскресения Иисуса Христа без воскресения Христа и проповедь наша тщетна. Все великие религии мира поклоняются могилам своих основателей, но только не христианство, потому что могила Христа пуста. Библия говорит, если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Потому что только смерть и воскресение Иисуса Христа даруют мне прощение моих грехов. Это то, что мир сегодня должен понимать. Потому что сегодня есть движение, которое ставит на один уровень все религии мира. Как будто они находятся на одном уровне. Но если вы удалите весть о воскресшем Иисусе Христе, то вера, Библия говорит, тщетно. Библия говорит, те, которые умерли во Христе, ожидают воскресения. Это воскресение гарантировано воскресением Иисуса Христа. Он был первенцем воскресших. Как же он может быть первенцем, если Библия говорит, что другие воскресли до Христа – книга Иуды подразумевает, что Моисей был воскресен. Дело в том, что есть люди в небе, которые никогда не умерли, как Илья, Енох. Что же мы скажем о них, если Иисус Христос является первым плодом, первым снопом потрясения? Библия также говорит о тех, которые воскресли во время воскресения Христа, как насчет них? И Иисус Христос является гарантом. Даже если люди раньше Христа попали на небо, они воскресли благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Потому что в нем спасение. Их спасение в такой же мере зависело от смерти и воскресения Иисуса Христа, как и наше спасение. Всего Иисуса по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных. Мог ли он убежать? Да, он был человеком, он имел свободу, но он не использовал свою божественную природу для того, чтобы угодить себе. И поэтому в его человеческой природе он мог согрешить, но он победил там, где поражение получил Адам. Этого Иисуса было предано смерти руками беззаконных. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Только в Иисусе Христе спасение. Потому что смерти невозможно было удержать его. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Можем ли мы быть сегодня свидетелями воскресения Иисуса Христа? Да, безусловно, мы можем, потому что только во Христе мы обретаем новую жизнь. Это изменение проявится в жизни каждого, кто принял Иисуса Христа. Иисус Христос жив, и сегодня, если вы следуете за Ним, если вы имеете опыт общения с Ним, вы знаете, что Иисус не находится в могиле, Он воскрес из мертвых и находится одесную Отца Небесного. И затем, после Воскресения, Иисус Христос дает великое поручение. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие упоминает три личности Божества – Отец, Сын и Святой Дух. «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Матфея 28 глава, 19 и 20 стихи. Это великое поручение – которая включает всех. Вы не можете избрать одну группу здесь или одну группу здесь или часть учения преподавать. Господь призывает нас преподавать всю истину, которую Он открыл нам. Истину, основанную на священном писании. Иисус Христос не дал нам свободу выбирать для преподавания только те части священного писания, которые нравятся людям. Мы должны брать все священное писание, учая их соблюдать все, что я повелел вам. Говорил ли Иисус Христос в прошлом через пророков? Несомненно. Все было создано им для Него, и ничего не было создано без Него. Поэтому все от начала исходит от Иисуса Христа. Крещение упоминается в Новом Завете 80 раз. Как вы думаете, важно ли это учение Нового Завета? Это не просто попутное упоминание о крещении, но важная доктрина Нового Завета. Иоанна 3 глава 23 стих говорит, Иоанн же крестил в Еноне, близ Салима. Салим ⁇ это еще одно слово, которое обозначает Иерусалим потому что там было много воды. Для крещения нужно ли немножко воды или много воды? Библия говорит, там было много воды. Что же означает слово ⁇ крестить ⁇ Греческое слово ⁇ баптидзо ⁇ обозначает погружать в воду, погружать под поверхность воды. Библейское крещение таким образом имеет особое духовное значение, потому что Господь желает полного посвящения ему. И всякий библейский обряд имеет важное и глубокое духовное значение. Крестить обозначает погружать под воду. Это река Иордан, это место, где Крестил. Иоанн Креститель, потому что здесь было много воды. Матфея 3 глава, 5-6 стихи говорят, «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». А что такое грех? Библия говорит, грех – это нарушение закона Божия. Люди, которые не жили в согласии с законом Божиим, они приходили, исповедовали свои грехи и принимали крещение в Иордане. Это был прообраз омовения грехов и принятия Иисуса Христа. Иоанн Креститель говорил проповеди, которые взывали к обращению. Он говорил Слова, которые призывали к покаянию и оставлению грехов. Иоанн Креститель знал, что Иисус Христос есть Мессия, Он говорит, обращаясь к Иисусу: Я не буду крестить Тебя, Ты должен крестить меня. Я не достоин развязать ремень обуви Твоей. Иисус говорит Ему в ответ: Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. Разрешите задать вам вопрос. Если крещение это символ омовения грехов, было ли Христу необходимо креститься? Были ли у него грехи, которые нужно было омыть? Нет. Христос сказал, вот идет князь мира Сего, но во мне не имеет ничего. Иисус Христос был безгрешным чистым агнцем Божиим. Зачем ему было необходимо исполнить всякую правду и принять крещение от Иоанна Крестителя? Потому что Иисус, он не только наш Спаситель, он не только наш Бог, он наш пример. Иисус Христос оставил пример крещения в воде. Если мы следуем за Христом, мы должны идти следами Его и поступать, как Он поступал. Таким образом, мы сегодня исследуем жизнь Иисуса Христа. Иисус Христос крестился в Иордане. И когда Христос крестился, Матфея 3 глава 16 стих, тот час вышел из воды. Каким образом он был крещен? Он был под водой. Он был погружен в воду, и затем он вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. Дух Божий не спускался на него, как голубь. Не голубь, а как голубь. Как голубь сходит? Он сходит нежно, и был глаз небес глаголющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Матфея 3 глава, 16 и 17 стихи. Когда человек принимает крещение, он имеет такое же преимущество. Когда вы принимаете водное крещение, погружаетесь в воду, происходит то же самое – Святой Дух не сходит с неба, и Отец говорит, «Ты мой сын и моя дочь, в котором мое благоволение». Голубь в данном случае не обязательно представляет собой буквального голубя, но имеется в виду характеристики голубя, которые мы видим в работе Святого Духа. Слово Божие говорит – Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силою. Сила ⁇ это способности, это его возможности, это инструмент, благодаря которому Иисус мог действовать. Он был человеком, облеченным силою Духа Святого. Он не использовал божественную природу для своей выгоды он имел доступ к той же силе, к которой имеем доступ мы сегодня. Библия говорит, «И он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Деяние 10 глава, 38 стих. «В силе Святого Духа он ходил, благотворя и исцеляя, проповедуя Евангелие спасения» на протяжении трех с половиной лет. Когда же Иисус узнал о дошедшем до фарисея в слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, Библия говорит, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, ученики Иисуса Христа крестили людей. После Иоанна Крестителя. Возникает вопрос, почему же Иисус Христос сам никого не крестил? потому что именно на него указывает обряд водного крещения. Он оставил нам пример, но его ученики были теми, которые крестили людей. В отношении вопроса крещения существует немало вопросов, и Библия отвечает на эти вопросы, которые связаны с крещением. Сегодня существует мнение, что якобы все, что необходимо для человека, чтобы принять крещение, Он должен сказать, вот Я, крестите меня, и затем Он принимает крещение. Но Иисус Христос учил, наставлял и призывал к послушанию, прежде чем совершать крещение. Классический пример ⁇ Мария Магдалина. Христос говорит, ⁇ И я не осуждаю тебя. Это благословение благодати. И затем иди и в не греши. Благословение, послушание. Библия повествует нам историю о человеке, который занимал высокий пост в государстве. Он был казначеем царицы. Он был, скорее всего, чернокожим. Он был Евнухом. Он путешествует по пустыне. Он был в Иерусалиме. И по пути он читает книгу пророка Исаии. Бог посылает Филиппа на встречу с ним. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. Когда Господь говорит, «Слушайте». И вот муж Ефеоплянин Евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, и возвращался, и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Он посетил Иерусалим на праздник Пасхи. Таким образом, он был ознакомлен с судами Божьими, с иудейской системой поклонения. Он был знаком с этим. Он был посвященным иудеям, он приехал на поклонение, он знал все о письменах Ветхого Завета. Как вы думаете, он знал 10 заповедей? Несомненно, он приехал поклониться Господу. И, возвращаясь, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Деяния 8 глава, 27-28 стихи. «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он читал отрывок Священного Писания, который говорит об Агнце, который веден был на заклание и не открывал уст своих, и Филипп спрашивает, знаешь ли ты, о ком идет речь? Интересный ответ Евнуха. Он говорит, как могу понимать, если кто не объяснит мне? Господь удивительным образом действует через людей. И он открывает истину людям через своих людей. Это был посвященный человек, который пытается познать Слово Божие, и Филипп пришел, чтобы разъяснить ему. «Понимаешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Слово «наставит» в других переводах звучит как «объяснит мне». А местописание, которое он читал, было сие, как овца веден он был на заклании, и как агнец предстригущими его безгласен, так он не отверзает уст своих. Чего не доставало этому человеку, который имел закон, имел Тору, он знал о послушании и исполнении заповедей. Он не знал истинного Мессии. И Иисус Христос был открыт ему через уста Филиппа. И когда он понял, что Агнец, о котором говорил пророк Исаия, Агнец, который будет заклан, это Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, и он сказал тогда Филиппу, между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» и повелел колеснице остановиться. Он знал закон Божий, он знал Тору, и теперь он обрел сокровище неба. Он обрел Иисуса Христа, Спасителя. И поэтому он говорит, что препятствует мне креститься. Целый раздел книги «Деяния апостолов» написан в хеостической структуре. Вопрос ответ, вопрос, ответ, вопрос, ответ. Если у вас есть перевод, новый интернациональный перевод или другие переводы Библии, вы не сможете найти этот текст, потому что в вашей Библии будет 36 и 38 стихи, но 37 там не будет. Можете проверить. 37 текст. Филипп же сказал ему, вопрос был, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Очень важный ответ. Каким же было условие для крещения? Вера всем сердцем. Как вы думаете, почему новые переводы упустили этот текст? Эти переводы говорят, что этого текста нет в оригинальном тексте. Но хиастическая структура. Вопрос, ответ, вопрос, ответ, вопрос, ответ. Структура разрушается, если вы выбрасываете этот текст. Этот текст, который находится в переводе короля Иакова и других переводах, должен быть там. Он говорит, если веруешь от всего сердца, можно он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Помните, он был иудеем. Иисус говорит, «Научите их». Чему? «Всему, что я повелел вам». «Научите их всему». «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Сегодня есть люди, которые не знают об условиях для крещения. Они принимают Иисуса как своего Спасителя и думают, что можно жить как раньше без повиновения заповедям Божьим. У иудеев был закон, но не было Мессии. Сегодня мы принимаем Мессию, но не хотим закон. На самом деле, те, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют веру в Иисуса. Они названы теми, которые будут спасены. Это цельное Евангелие, неразделенное, ради чего Иисус Христос умер, потому что мы были нарушителями закона Божия. Разве Иисус оправдал нарушение закона? Филипп говорит, если веруешь от всего сердца, можно. И он ответил и сказал, я верую, что Иисус Христос есть Сын Божий, Он Мессия, Он мой Спаситель. Когда мы принимаем Мессию как своего личного Спасителя, мы принимаем крещение. Тогда Филипп и Евнух вошли в воду, и Филипп крестил Его. Деяние 8 глава, 38 стих. В этом примере, который мы видим, и в примере крещения Иисуса Христа, мы видим, что это было крещение путем погружения в воду. В ранней христианской церкви мы видим, также крещение проводилось путем погружения в воду. В древней византийской церкви, которую вы видите здесь на изображениях, среди руин древних церквей мы находим древние баптистерии, бассейны, углубления, где совершалось крещение, путем погружения в воду. Вы видите слева ступеньки, которые ведут вниз, где совершалось крещение. После вознесения Христа именно так совершалось водное крещение. Здесь вы видите также интересную церковь Византии, где жили есеи. Это ранние христианские церкви, которые также проводили крещение путем погружения. В пустыне вода была редкость, поэтому был резервуар, где возможно было погрузить человека в воду. В древних церквах вы видите, что был метод крещения погружение в воду. Это церковь первого века в Филиппах, где мы также видим баптистерий. Если вы зададите себе вопрос, откуда берет начало крещение путем кропления или возлияния воды, или крещения младенцев. Эти обряды берут свое начало в Риме. Давайте мы посмотрим. Даже здесь, в древних церквах, мы видим баптистерии, которые находятся в центре церкви. В Турции, в одном из древних городов, также мы находим баптистерии для погружения человека в воду, где с таким образом совершалось крещение. Вы видите на фотографии крещение путем погружения. Изображения этого времени, они также говорят о крещении путем погружения. В России крещение Владимира Великого, также мы видим изображение здесь. Он также принимает крещение путем погружения в воду. Вот а, фреска крещения Иисуса Христа, 4 век. И Иисус Христос также находится в воде и принимает крещение путем погружения. Откуда же берет начало крещение младенцев, если Библия говорит о крещении путем погружения? Если Библия говорит, если веруешь от всего сердца, тогда можно. Может ли младенец верить всем сердцем? Может ли младенец принять решение следовать за Христом? Кто принимает решение вместо младенца? Родители принимают решение вместо младенца. И младенец, который не способен, понимать или принимать решение, он в таком случае покрыт решением родителей. А апостол Павел говорит в Новом Завете, если в браке один из вас во Христе, то муж освящается женою, и жена освящается мужем. А дальше говорится о детях. Иначе дети были бы Нечистый, потрясающий текст. Другими словами, если мы смотрим на младенцев, ответственность за их возрастание, рост, их созревание к тому времени, когда они смогут принять решение принятия Иисуса Христа, эта ответственность возлагается на родителей. И Иисус Христос благословил детей. Он сказал ⁇ Пустите детей приходить ко мне ⁇ и он благословил их. И он упрекал учеников за то, что они не пускали детей. Но крещение младенцев ⁇ это не библейское учение, это вавилонское учение. Потому что младенцев посвящали именно таким образом в древности. Они проводили через воду младенцев. В большинстве случаев их просто окроплением посвящали или возлиянием воды. Крещение младенцев берет свое начало в христианстве в VI веке. Слово Янус ⁇ это образ, который смотрит вперед-назад двуглавый орел. Он родился дважды. Святую воду для крещения получали следующим образом факел от алтаря опускали в воду, и затем воду считали святой. Сегодня это тот же самый обряд. Они берут свечу из алтаря, опускают в воду. Это символизирует Бога Солнца, который проникает в воды чрева для того, чтобы возродиться снова как Хорус Спаситель. Вот откуда этот обряд берет свое начало. И откуда берет свое начало святая вода. Следующее проклятие было произнесено на всех отступников Рима католической церкви. «Пусть Сын, который пострадал за нас, проклянет Его. Пусть Святой Дух, который пострадал за нас в крещении, проклянет Его. Да будет проклят всякий, кто учит крещению во взрослом возрасте». История Рима, страница 510. Рима католическая церковь ввела крещение младенцев для того, чтобы соответствовать обрядам язычников. Мы обратили внимание, откуда берет начало крещение младенцев. В языческом обряде Святой Дух и Хорус — это одно и то же. Юнона и Голубь — это символы женского пола божества, если вы посмотрите на поклонение Люциферу, Люцифер он и мужской, и женский род, Юнона и голубь, и его также называют как Святой Дух. Интересно заметить, что здесь говорится: пусть Святой Дух, который пострадал за нас в хрещении, проклянет такого человека. А разве Святой Дух? страдал в крещении в Библии, да или нет? Нет. Святой Дух сошел, как голубь на Иисуса Христа. Кто должен был пострадать и умереть? Иисус Христос. Он должен был пострадать и умереть. Во время крещения никаким образом не отвечает тому, что здесь описано. Но если идет речь о крещении, Бога Солнца тогда это соответствует. Римо-католическая церковь провозглашает проклятие на каждого, кто учит и практикует крещение в зрелом возрасте. Кардинал Гиббонс, вера наших отцов, а ответ на вопросы в отношении крещения говорит: на протяжении нескольких веков после установления христианства крещение проводилось путем погружения в воду. Они признают это полное погружение в воду. Но с XII века крещение путем возлияния заняло основное место в церкви католической, так как это более удобный способ, чем крещение путем погружения. Хорошее ли это основание? Для меня это очень слабое основание, Иоанна 3,3 Библия говорит, «Истинно, истинно говорю вам, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Рождение свыше символизирует смерть, погребение и воскресение. Крещение символизирует собой смерть, погребение и воскресение. Смерть для греха и воскресение для новой жизни во Христе – на Равенском церковном соборе в 1311 году кропление и возлияние воды были приняты как официальные методы крещения в церкви и признаны одинаково действенными, как и крещение через погружение в воду. Постепенно церковь пошла путем компромисса и сегодня отступила полностью от библейской модели крещения. И если вы будете делать как по Библии, церковь провозглашает проклятие для вас. Таким образом, мы видим, традиции людей заменили библейскую истину. Давайте мы поедем в Рим, чтобы узнать, действительно ли это так сегодня там происходит. Происходит ли там единение церкви и государства для создания единой религии, которая будет поклонением ангелу с факелом, падшему ангелу Люциферу. Рим — это очень захватывающее место. Вот статуя Моисея, сделанная Микеланджело с небольшой ямкой на колени. Они говорят нам, что когда Микеланджело сделал эту статую, он посмотрел на нее и сказал, «Замечательно, вставай!» Он бросил свое зубило и сказал, «Вставай!» И, конечно же, статуя не встала, но осталась ямка на колени. Мы не знаем, правда эта история или нет. Понтификус Максимус, который занимает место Иисуса Христа, который является мостом между небом и землей. Он, конечно, этим мостом не является, только Иисус является этим мостом. Но время поклоняется не Иисусу, а статуям этих людей, которые заняли место Иисуса Христа. Сегодня говорят о том, что... Именно крещение младенца приводит младенца в семью Божию. И затем они говорят, что это новый завет, который покрывает всю семью. Крещение ⁇ это результат того, когда вы приняли Христа как личного Спасителя, когда вы познали заповеди Его, когда вы осознали, что вы грешник и желаете... Жить в согласии с волей Божией, принять Иисуса Христа и следовать за Ним. Вы желаете, чтобы ваши грехи были омыты кровью Иисуса Христа, и вы желаете следовать за Христом Его силою, через Его присутствие в вашей жизни. Младенцы не могут принимать эти решения. Вот вы видите фонтан небольшой для крещения младенцев, и здесь нет места для погружения в воду. Библия говорит, Ефесянам 4 глава 5 стих ⁇ Один Господь, одна вера, одно крещение ⁇ Сколько видов крещения принимает Библия? Сколько видов сегодня существует? Существует много-много разных видов крещения. Некоторые крестят путем погружения. Баптисты, например, путем погружения. Другие сегодня крестят младенцев путем кропления, другие крестят младенцев путем возлияния воды. Еще иные вообще не крестят водой, но только духовно принимают крещение. Некоторые практикуют крещение, когда вы один раз погружаетесь в воду, некоторые крестят погружая три раза под воду во имя Отца, Сына и Святого Духа. И некоторые крестят, погружая семь раз. Какой из этих методов правильный? Библия говорит, один Господь, одна вера и одно крещение. Конечно, должен быть очень простой ответ на данный вопрос. Необходимо вернуться к примеру крещения. Где мы видим этот пример? В Библии, Почему же люди сегодня не откроют Библию, не исполняют повеление Библии, имея простой один способ крещения? Сколько раз Иисуса Христа погружали в воду? Один раз. Нигде не говорится, что Иноха 4-5 раз погружали. Нет. Очень просто иметь один ответ. Любая другая доктрина в Библии должна быть очень ясно понята и принята, что же происходит на самом деле. Вместо того, чтобы принять один путь Библии, церкви разделяются по всем вопросам. Вместо того, чтобы вернуться к Слову Божию и сказать, вот как говорит Библия, давайте будем так делать. Если вы можете найти церковь, которая говорит, так говорит Библия, и мы хотим так поступать во всех вопросах. Тогда у вас будет один Господь, одна вера и одно крещение. Но, к сожалению, наш мир выглядит по-другому. Давайте посмотрим, что собой символизирует водное крещение. 1 Петра, 3 глава, 21 стих. Так и ныне подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, а но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Когда вы принимаете крещение, что же вы вспоминаете? Воскресение Иисуса Христа христианский мир говорит сегодня, что мы празднуем воскресение Христа когда? Когда празднуем воскресение, первый день недели. Но это не библейское празднование воскресения Христа. Отпраздновать воскресение Иисуса Христа по Библии – это означает принять крещение. Крещение символизирует смерть, погребение и воскресение для новой жизни – Библия говорит о том, что Иисус Христос учредил еще и мини-крещение. Для того, чтобы напоминать нам об этом событии. Да, Он учредил омовение ног. И Он сказал, ⁇ Всякий раз, когда делаете это, вы делаете это воспоминание обо мне ⁇ вы блаженны, когда исполняете заповедь о нагомовении. Это мини-крещение, напоминающее нам о омовении, которое происходило при крещении. Идя по дороге жизни, на наших ногах собирается пыль, и в священном обряде вечери Господней, прежде чем приступить к символам тела и крови Христовой, но омовение является приготовлением к этому служению. И Христос сказал блаженны, если вы это исполняете. Я говорю вам: если человек не родится от воды и духа, он не может войти в Царствие Божие. Иоанна, 3 глава, 5 стих. Разбойник на кресте: Он будет в небе или нет? Да. Был ли он крещен? Нет. Как же можно тогда понимать этот текст? Если у вас не было возможности креститься, Бог будет судить на основании желаний вашего сердца. Если вы знаете и не делаете, говорит Библия, тогда вам грех. Во время неведения Бог это все понимает и принимает. Говорю вам истину, если кто не родится от воды, от воды и духа, без работы Святого Духа это не крещение. Вы не можете войти в Царствие Божие, говорит Библия. Если мы читаем дальше, Библия говорит, что произошло. В ранней церкви, когда люди принимали Иисуса Христа, что происходило в результате слышания Слова Божия? Деяние 2 глава 37 стих говорит, «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи братья? Петр же сказал им, вы были в грехе, вы согрешили, вы распяли Сына Божия, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Иисус был Мессией, он был распят. Они нарушили закон, они согрешили против Иисуса Христа. И поэтому им Петр говорит, вам необходимо покаяться и креститься. Креститься во имя Иисуса Христа. Деяние 38-39. Петр же сказал им, покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Бог наш. Некоторые считают, что в этом тексте говорится о крещении детей, но в этом тексте не говорится о крещении детей. Библия говорит, когда вы примете Иисуса Христа, вы будете благословенны. На тысячу поколений вперед Бог будет благословением через вас для вашей семьи и для вашего наследия. Потому что вы занимаете сторону Иисуса Христа. Вы получите дар Святого Духа. Когда вы принимаете крещение, вы обретаете дар Святого Духа. До крещения вы были обличаемы Святым Духом, вы были ведомы Святым Духом, но теперь Он обещает, что вы получите дар Святого Духа. Это обетование касается вас и ваших детей. Это благословение для вашей семьи и для всех и во все времена. Библия говорит, послушание лучше жертвы. Поэтому Господь говорит, и Господь говорит, что мы должны покаяться и креститься. Это правильный выбор. Послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. С какой же целью Бог наделяет церковь различными духовными дарами при крещении? Для служения, для созидания церкви для созидания тела Христова. Каждый получает служение в церкви Божией. Самый скромный человек – наделен духовными дарами для служения Господу. И даже если у кого-то нет каких-то особенных дарований, Бог наделяет такого человека силою для служения Господу. Некоторые имеют способность молиться, другие обретают дары служения, например, как дар гостеприимства. Какой же дар более важен, если человек может принять гостей, и у него дома все чувствуют себя хорошо, и другой проповедует Евангелие? Кто из них более важен? Они равны перед Господом. Один другому не может сказать, ты не нужен мне. Варнава был известен тем, что он был гостеприимным, и люди чувствовали себя хорошо у него дома. Это тот же самый дар, как и дар евангелиста. Каким бы ни был дар, Бог наделяет этими дарами для служения и созидания тела Христова. Доколе мы все придем в единство веры. Снова Священное Писание говорит нам о том, что Наличие тысяч деноминаций в мире – это не Божий план. Одна вера, один Господь, одна вера, одно крещение. Доколе мы все придем в единство веры и гармонию. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Тело Христово – это церковь, мы являемся членами одного тела. Могут ли в одном теле быть разные тела, которые учат разные вещи? Одна истина, один Бог, одна вера, одно крещение. Сегодня есть много течений и учений, которые не соответствуют священному писанию. Поэтому мы должны прийти в единство, учение, веры в Господа. И тогда мы одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Слово Божие говорит о единстве членов церкви. И подарованной нам благодати имеем различные дарования во время крещения. Когда вы становитесь частью тела Христова, вы обретаете духовные дары и силу для служения. Господь определяет согласно своей благодати, на какое служение он избирает человека. Свидетели ему всем мы и Дух Святой, послушайте внимательно, Деяние 5.32, которого Бог дал повинующимся ему. Получит ли любой человек дар Святого Духа, о котором говорит Библия, да или нет? Нет. Вы должны быть послушными. Господу исполнять заповеди Его. Иначе этот текст не может быть применен. Бог дает Святого Духа повинующимся Ему. Евнух знал правила и предписания, но он не знал истинного Мессии. Сегодня, если мы принимаем Иисуса Христа как нашего личного Спасителя, мы должны научиться исполнять Его заповеди. Это очень важный принцип. Вера и послушание идут рядом. Это важный вопрос последнего времени. Не знаете ли вы, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть. Когда мы крещение принимаем, это символ смерти для греха. Поэтому, когда погружают вас под воду, вы прекращаете дыхание, это символ смерти. И если это остается просто символом, то это не настоящее крещение. Если я умираю, смертью для греха я поднимаюсь таким же ветхим человеком, будет ли это настоящим крещением? Если я научен заповедям Иисуса Христа, как жить в гармонии со Словом Божиим я умираю для жизни греха, я поднимаюсь для новой жизни, и моя новая жизнь проходит в гармонии со Словом Божиим. Библия говорит, не знаете ли, что вы погребли с Ним крещением в смерть? Знаете ли вы, что мусульмане называют христианство костылями? Потому что все, что вам необходимо сделать, встать на колени и сказать «Боже, прости меня». И тогда вы дальше продолжаете жить, как вы жили раньше. Если вы римокатолик, вы просто приходите к священнику, исповедуете свой грех, он исчезает. И вы можете снова грешить, и снова приходить исповедоваться. И вы всегда, у вас есть э, исповедание, на которое вы можете положиться. А если вы умерли после смерти, вас а, омоют, простят, очистят, это не христианство, это язычество. И мусульмане говорят, что если вы что-то сделали, вы должны отвечать за это. Вору отрезают руку. Если два раза воровали, уже больше трудно воровать, потому что рук уже нету. Человек платит за то, что он сделал. И поэтому... Они смеются над христианствами, говорят, что это костыли. Христианство, они говорят, это костыли. Ложное христианство действительно является таковым, потому что люди злоупотребляют благодатью Иисуса Христа для того, чтобы продолжать жить во грехе и ничего не изменять в своей жизни. Но истинное христианство — это христианство, которое требует смерти. И крещением мы принимаем крещение верою в смерть Иисуса Христа, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в какой жизни? В обновленной жизни. Я не могу жить дальше старой жизнью греха. Я должен начинать новую жизнь, преображенную жизнь в Иисусе Христе. Когда мы принимаем знание о Сыне Божьем. Когда мы обретаем знание о заповедях Божьих, обо всем, что Он повелел нам. И когда я принимаю то, что я грешник, я принимаю дар спасения в Иисусе Христе. Мне не нужно умирать. Я принимаю крещение в Его смерть. Я соединяюсь со Христом. Когда Иисус Христос умер на кресте, Потенциально все человечество умерло в нем. И когда он поднялся и воскрес, все человечество воскресло с ним потенциально. Но Господь уважает свободу выбора. И когда мы выбираем следовать за ним, мы проходим через этот обряд смерти во Христе и воскресения во Христе. И мы обретаем новую жизнь. Это новое начало. Если вы не обретаете эту новую жизнь, вы не спасены. Вам необходимо соединиться со Христом через крещение. Иисус Христос соблюдал заповеди Отца своего. Должны ли мы соблюдать их? Да. Послушание является важным условием. Сегодня людям не нравится эта доктрина. Людям нравится дешевая благодать. Все, что мне нужно, это верить, и я буду спасенным. Да, это необходимо. Но вера влечет за собой послушание, если это истинная вера. Иначе вы остаетесь нарушителем закона Божия. Вы будете судимы по жизни и по делам. Иисус Христос говорит, они говорили, «Господи, Господи, разве не Твоим именем мы творили эти чудеса? Мы делали это и это». Иисус скажет им, «Отойдите от Меня, делающие беззаконие». На греческом «аномия» – «дела против закона Божия». Сегодня существует доктрина «аномианизм», делать все, что против закона Божия, чтобы избавиться от закона Божия. Человек не может обрести спасение, если он идет против закона Божия, если он не желает жить в гармонии с законом Божиим. Почему же Иисус Христос умирал? Он умирал из-за того, что закон Божий был нарушен. Для того, чтобы жить новой жизнью, необходимо родиться свыше. Если вы станете христианином, и вы действительно Будете следовать за Христом. Вы будете крещены. Вы подниметесь к новой жизни. И благодаря Его силе, живущей в вас, вы будете жить новой жизнью. Никто не узнает вас. Потому что ваши даже старые друзья скажут, я не могу тебя узнать. Я не знаю тебя. Я не хочу быть с тобой больше. Я гарантирую вам, что от вас отвернутся ваши друзья. Когда я принял крещение, от меня отвернулись мои друзья, потому что я начал следовать за Господом, принимать решения в моей жизни, которые соответствуют Его заповедям. Я не хотел больше пить с ними, я не хотел больше делать вещи, которые мы делали вместе. Моя семья, мои родные не узнали меня. Вот новая жизнь, о которой говорит священное писание. Благодарение Господу за то, что... Он приготовил много новых друзей и новую семью. Крещение символизирует смерть для жизни греха. Это очень важный момент. Без этого крещение не будет настоящим. Оно символизирует погребение и воскресение для новой жизни во Христе. Жизнь послушания заповедям Божьим. 2 Коринфянам 5,17 «Итак, кто во Христе?» Тот новое творение. Совершенно новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Полное изменение жизни. Может ли это привести к усложнениям отношений в вашей семье, если один принимает эту истину, а другой нет? Жена говорит мужу, что с тобой происходит. Я не могу это принять. Ты совершенно поменялся. Часто непринятие можно решить только путем молитвы, терпения и доброты. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, чтобы мы больше не были рабами греху греху. Римлянам 6 глава, 6 стих. Некоторые говорят, Иисус все заплатил, я ничего не могу делать, никто не может соблюдать закон Божий, это невозможно. Библейская ли это доктрина? Библейская или нет? Нет. Мы не должны быть рабами греху. Только Христос может освободить человека. Но я могу перестать воровать, я могу перестать говорить ложь, я могу перестать обманывать, я могу перестать смотреть, куда я не должен смотреть, потому что я владею своей шеей. Библия говорит, считайте себя мертвыми для греха. Если вы желаете быть мертвыми к греху или для греха, вам необходимо знать, что такое грех. Законом познается грех, говорит Библия. Если я хочу быть мертвым для греха, нужно ли мне знать закон Божий? Несомненно. Сегодня, дорогие, есть совершенно другая проблема, чем проблема Еноха. Он знал закон, но не знал Христа. Сегодня мы знаем Христа, но не знаем закона. Поэтому нам необходимо прийти в полноту возраста Христова, в меру полного возраста Христова. Почитайте мертвыми себя для греха, но живыми же для Бога во Христе и Иисусе Господе нашим. Человек, который погребен в могиле крещения, он поднимается для новой жизни во Христе. Если у вас есть новая машина, сколько на ней есть повреждений или вмятин? Если вы возьмете новую машину и найдете маленькую царапинку на ней – что вы скажете продавцу этой машины? Посмотри, что это за царапина. После 20 лет, когда вы ездили на машине, вы не будете на нее смотреть, на эту царапину. На новой машине не будет ни одной царапины. А что будет, если вы едете по дороге, и эта машина поломается? Она же должна быть новая, не должна ломаться совершенно новый человек, очищенный, омытый драгоценной кровью Иисуса Христа. Ни одного греха. Все прошло. Все очищено, вы стоите перед Богом, как будто вы никогда не грешили. Я сораспялся Христу, и уже не я живу. Я умер, но я живу, говорит апостол Павел. Но не я, а Христос живет во мне. Я не говорю, я имею силу теперь жить по-другому. Я не говорю, это не соответствует Библии. Во Христе и жизнь, которой я живу сейчас во плоти, я живу верою в Сына Божия, который возлюбил меня и предал себя за меня. Галатам 2:20. Потрясающая весть. Я не стал куклой, которой Христос управляет как марионеткой. Ты сейчас будешь это делать, и другое. У меня есть свобода выбора. Я выбираю следовать за Христом. И каждый день дьявол скажет мне, «Ты что это делаешь? Ты что, с ума сошел? Смотри, что я тебе предлагаю». Помните, что у него ничего нет, он только пустые коробки предлагает. И я каждый день выбираю сторону Иисуса Христа. Крещение отмечает смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Во-вторых, это символ смерти, погребения старого человека греха. И в-третьих, оно символизирует воскресение к новой жизни во Христе Иисусе. И четвертое, оно указывает на омытие грехов. Деяние 22.16. Вот что обозначает крещение. Библейское водное крещение – глубокое символическое значение. Когда вы поднимаетесь, что произошло с Иисусом? Голубь снизошел. Когда вы поднимаетесь новым человеком во Христе Иисусе, тогда вы обретаете дар Святого Духа. Духовный дар, который Господь выбрал для вас. Сегодня многие сидят на скамейках церкви и думают, какой же у меня дар, я не знаю. Наверное, ничего со мной не произошло. Если у человека нет желания посвятить себя на служение Христу, будет ли он использован Богом? Нет. С другой стороны, есть люди, которые от всего сердца служат Господу и не знают о том, что они на самом деле водимы духом. Кто верует и крестится, будет спасен. Марка 16 глава, 16 стих. Верить необходимо всему, что Господь открыл нам. Если веруешь от всего сердца, можно. Что нам делать, мужи и братья? Петр говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас, и будут омыты ваши грехи. Каждый докрестится во имя Иисуса Христа. Итак, охотно принявшие Слово Его, крестились, Значит ли это то, что некоторые не приняли его слово? Да, были те, которые не приняли его слово. И присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Они присоединились к Церкви Божией, к телу Христову. Сегодня мы видим крещение на Иордане, массовое крещение в Иордане. Тысячи и тысячи людей приезжает для того, чтобы креститься. И меня интересует, понимают ли они значение этого великого библейского обряда. Это красиво. Креститься согласно Библии путем погружения Церковь Адвентистов Седьмого дня признает крещение, которое библейским путем было совершено в других церквах. Они могут стать членами церкви на основании исповедания веры. Католическая церковь говорит, что кропление было удобнее. Эту фотографию я сделал в Германии, когда принимала крещение эта молодая женщина. Смотрите, лед плавает вокруг них. Это решение принять крещение. Вы согласитесь с этим? Давайте посмотрим на шаги к спасению. Давайте посмотрим на основании Библии. Первый шаг. Вы должны принять принять жертву Иисуса Христа. Второй шаг верить, что Он есть путь, истина и жизнь. И третий вы должны исповедать свои грехи перед Богом. И четвертое принять решение открыть дверь для Господа. Все четыре шага должны быть для того, чтобы стать на путь спасения. Библия говорит, все согрешили и лишены славы Божией. Каждый из нас грешник. Поэтому мы должны родиться для новой жизни, чтобы стать частью небесной семьи. Нет другого пути в небо, а только через крещение и рождение свыше. Деяние 16 глава 31 стих. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Вера родителей покрывает детей. Все согрешили. Это принятие факта, что я грешник. Верить в заслуги Иисуса Христа, и третий шаг — мы должны исповедовать наши грехи. Если исповедуем наши грехи, Он верен и праведен простить наши грехи. Если крещение без исповедания проходит, это не крещение. И очистит нас от всякой неправды или неправедности в других переводах. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и откроет дверь». Я войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мною. Господь никого не принуждает, Он стоит у дверей и стучит. Он не навязывает себя. Но что необходимо сделать человеку? Человек должен принять решение, открыть дверь и пригласить Иисуса в вашу жизнь. Означает ли крещение то, что я являюсь частью? Церкви Христовой, когда я принял крещение. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, не десятью духами, не двадцатью, не тысячи, а одним духом мы все крестились в... во сколько тел? В одно тело. Иудеи или еллины, иудеи принимали крещение, становились частью Церкви Христовой. Елены, рабы или свободные, все напоены одним Духом. Одна истина, одна Библия, один Бог, одно крещение. Слово Божие говорит, Господь прилагал к Церкви ежедневно тех, которые спасались. Когда вы принимаете крещение, когда вы принимаете Иисуса как своего личного спасителя, проходите через обряд крещения, вы становитесь частью тела Христова. Это должна быть церковь, которая учит чему? Всему, что Христос повелел нам. Ибо одним духом мы крещены во сколько тел? В одно тело. Он является главой тела, то есть церкви Колосянам, 1 глава 18 стих. Крещение путем погружения – это личный опыт, но это также обряд приобщения к телу Христову, к Церкви Божией. Что говорит Библия о повторном крещении? Предположим, вы принимали уже крещение, но ваше крещение не соответствовало всем библейским принципам. Что тогда делать? Давайте прочитаем, что произошло в Деяниях, 19 глава, с 1 по 5 стихи. «Павел прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовал? Они же сказали ему, они приняли Христа, они были верующими, христианами. Они же сказали ему, мы даже не слышали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились?» они отвечали «Во Иоанна во крещении». Иоанн проповедовал крещение покаяния. Библейское крещение во имя Иисуса Христа включает в себя факт, что вы становитесь частью тела Христова и обретаете духовные дары для служения в этой церкви. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа и Иисуса. И, услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Деяние 19 глава с 1 по 5 стихи. Снова некоторые конфессии сегодня говорят, что можно креститься только во имя Иисуса Христа. Но Христос сказал, крестите людей во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это мессианская часть Самое важное для них было познать Мессию и принять Иисуса Христа. Но когда человек принимает крещение, он принимает крещение во всю полноту божества, не только в одну часть божества. Без Иисуса Христа нет спасения, но Христос и Отец одно. Вы не можете креститься в одного и не креститься в другого, это невозможно. Крещение погружением в воду, и повторное крещение соответствует Священному Писанию. Если вы приняли крещение согласно всех предписаний Библии, Церковь Адвентистов седьмого дня принимает это крещение. На основании исповедания вашей веры и желания следовать всем заповедям Божьим. Но если вы чувствуете, что ваше крещение не соответствовало библейским Указанием, и вы хотите принять крещение, приняв всю истину, тогда повторное крещение не является нарушением согласно Священного Писания. Бог действует через Свою Церковь. Шестой стих. «Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Павел до своего обращения спрашивает, он видит Иисуса Христа в видении, Он понимает, что Он является грешником. Он преследует Иисуса Христа, преследует последователей Господа Иисуса Христа. Он раскаивается и говорит: Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал Ему: Я призвал Тебя быть Апостолом. И я хочу, чтобы Ты пошел и всем проповедовал, потому что я избрал Тебя. Нет, Христос так не поступил. Даже с Павлом Христос так не поступил. И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Потрясающая весть. Бог не действует напрямую вне своего тела. Господь приводит людей, Он питает людей, но он ведет людей в свою церковь. И Анания, Библия говорит, пошел и вошел в дом, это человек, которого Бог избрал. Он должен был сказать Павлу и назначить ему служение. И возложив на него руки, сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел. И исполнился Святого Духа. 9 глава Деяний, 17 стих. Очень важный текст. Бог не призывает людей на служение вне церкви, для того, чтобы они церкви рассказывали, что нужно делать. Бог призывает людей в церкви, чтобы они миру говорили весть спасения. Это очень важный библейский принцип, который ведет к единству церкви здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и имеющих веру и Иисуса. Откровение, 14 глава, 12 стих. В конце времени у Бога будет церковь, которая не только проповедует крещение через погружение в воду и спасение во Христе и только во Христе одном, но учит все, что Христос повелел, включая заповеди Божии. Оставил ли Христос нам пример, они также будут следовать этому примеру. Если Христос сказал, ⁇ Я оставил пример вам в омовении ног, они будут также в этой церкви исполнять эту заповедь Иисуса Христа ⁇ если Христос крестился путем погружения, они также будут креститься путем погружения. Если Христос сказал «соблюдайте мои заповеди», если любите меня, они будут также соблюдать заповеди. Все, что Христос сказал, будет в гармонии со Словом Божиим. И эта церковь будет соблюдать это повеление. Весть трех ангелов. Есть сегодня только одна церковь в мире, которая проповедует вести этих ангелов из книги «Откровений». Вы можете исследовать все деноминации от востока до запада, от севера до юга. И только одна христианская деноминация проповедует трехангельскую весть. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Иоанна 10:16. Бог приведет весь мир к принятию решения каждый человек вынужден будет принять решение. Я в этих лекциях ни разу не сказал, что если вы не член церкви адвентистов седьмого дня, вы потеряны. Я верю, что Божий народ сегодня находится в разных деноминациях, но Господь призовет каждого человека к принятию решения. Он скажет «Избери сегодня» либо начертание зверя, либо печать Божию. Люди будут запечатлены либо печатью мира, печатью зверя, либо печатью Божией. И мы будем изучать эти важные доктрины. Печать Божия — это суббота, это символ послушания и поклонения Творцу и Законодателю. Христос говорит, «Не о них я только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Уверовавших по слову Христову, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. Иоанна 17, глава, 20-21 стихи. Он говорит, я не молюсь о мире, я молюсь о тех, которые желают следовать за мной. Я понимаю, что мы много изучили материала вместе. И как было раньше, так будет и сегодня. Но я не разочарован. Мы видели, что у нас посетителей было меньше и меньше и меньше. Это нормальный процесс, когда вы проповедуете полноту вести о послушании Господу и о принятии Христа как своего спасителя, это не настолько популярно, как, например, проповедь чего-то, что не вызывает потребности в изменениях в жизни. И поэтому некоторые думают, что это нелегкое учение. Действительно ли мне нужно изменять мою жизнь? Действительно ли я должен умирать? чтобы старый человек греха был погребен? Можно мне немножко оставить этого человека греха? Неужели мне необходимо полностью прийти в согласие с законом Божиим? А нельзя ли мне остаться, соблюдать воскресенье, например, или другие вещи, которые я привык делать? Это нелегкое учение, это непростое решение. Многие из учеников его, слышат то, говорили, Какие странные слова. Кто может это слушать? Ничего нового нет под небом. 66 стих с этого времени. Многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Сегодня происходит то же самое. Точно то же самое. Иоанна 6 глава, 67 стих. Тогда Иисус сказал 12. Не хотите ли и вы отойти? И что они ответили? И Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Если есть только одна истина, и это истина во Христе Иисусе, Он есть путь, истина и жизнь, и этот путь ведет ко Христу и к спасению, это путь послушания Богу, другого пути нет» когда мы принимаем решение, пойду я этим путем или нет. Если мы хотим иметь вечную жизнь, Библия говорит, если мы знаем истину, но не делаем, это грех, поэтому я вынужден принять решение. Некоторые скажут, есть многое, чего я еще не понимаю. Много вещей, которые я не понимаю, я не могу принять решение. Я много еще не понимаю. Как долго можно откладывать эти решения? Наверное, это будет вечно потому что я тоже всего еще не знаю. И мне тоже предстоит учиться на протяжении всей моей жизни и даже в течение вечности. Давайте обратим внимание, что говорит Библия об этом. Псалом 96, 11 стих. «Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье». Я верю, что каждый, присутствующий здесь сегодня, мы провели вместе на этом семинаре, много времени Я знаю что вам нравилась эта весть может не всегда было легко принять то что говорит Библия Псалом 111 стих 4 Библия говорит во тьме восходит свет правым мы вместе обратили внимание на многие вопросы почему здесь происходят такие события почему мы все не можем принадлежать одной системе? Каким образом человек обретает спасение? И если ваше сердце открыто перед Богом, Бог даст вам ответы на эти вопросы. Псалом 118, стих 130. Откровение слов твоих просвещает. Если это основано на Слове Божьем, это свет, который от Бога исходит и просвещает. Притчи 4.18 стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Когда свет сияет яснее и яснее, мы принимаем и следуем за ним. Вот что говорит Библия о понимании истины. Мы не можем все понимать сейчас. Мы идем по пути познания. Я как ученый преподаватель физиологии на первом курсе я брал учебник, изучал его на протяжении долгого времени, но мне сегодня нет необходимости брать эту книгу. Я преподаю этот материал и оставляю книгу в библиотеке. Я не возвращаюсь, потому что книга не изменяется. Она вчера, сегодня и завтра будет такой же. Да, необходимо новые сведения принимать, которые мы получаем, но Библия... Я изучал Слово Божие на протяжении 16 лет, и сегодня я потрясен богатством знаний, которые открывает Библия. Даже в знакомых текстах, которые я давно уже читал, Слово Божие — это свет, сияющий снова и снова. Таким образом, оправдание «я не могу следовать за Христом, потому что я всего не знаю», оно недействительно, потому что мы всегда будем учиться. Еще один вопрос и препятствие. Никто из священников и правителей не поверил в Христа. Мы с вами провели вместе около 30 вечеров. Каждый вечер мы изучали Слово Божие. Уверены ли вы, что это правда? Кто-то может поднять руку в согласии того, что это истина? Если это истина, и если это является истиной, где же тогда сегодня правители мира? Где же сегодня все остальные бизнесмены, богословы, священники, пасторы? Почему они сегодня не спешат на этот семинар? Ничего не изменилось. Точно так было во дни Христа. Иоанна 7:32. И послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Они сказали, давайте избавимся от него. Вы знаете, что прекрасно в вере в Бога, которую я проповедую, что мне нет необходимости прятать эту веру. Я могу говорить в любом зале мира. Я могу стоять там, я могу проповедовать эту истину. И никто не сможет сказать, это не так потому что я от себя не говорю ни одного слова. Я привожу документы, факты. И поэтому, если они сказали, не слушайте его, а что, если Рим придет осудить меня и скажет, как он может такое говорить? И меня арестуют за то, что я так говорю. Я ничего не сказал, я просто процитировал ваши слова. Они сказали это, Поэтому вера это не вера, которая основана на каких-то выдумках, это вера основана на Библии и фактах. Мне не нужно прятать ее под ковер или стучать в задние двери, чтобы кому-то что-то предложить. Я могу проповедовать эту истину открыто, потому что это истина. Я получил письмо недавно от человека, который написал мне. Написал мне, неужели это правда? Если это так, я хочу этот семинар. Посмотрите, все даты совпадают. Затмение Солнца, события, происходящие в природе, в мире, каждое событие, которое мы изучали. Первосвященники отправили служителей, чтобы арестовать его. 46 стих. Служители отвечали и сказали священникам, «Извините». «Священники, где же он? Мы же отправили вас арестовать его». И они отвечали им и сказали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Они были потрясены. Иисус, 47 стих, «Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прелестились?» Неужели кто-то уверовал из книжников или фарисеев? К счастью, даже в библейские времена многие из фарисеев уверовали. Большинство не уверовали, но некоторые уверовали. Никодим уверовал. Даже если они пришли под покровом ночи, Никодим поверил. Тысячи и тысячи принимают эту истину сегодня. Миллионы по всему миру принимают эту истину. Они каждый день присоединяются тысячами и тысячами. В Южной Америке каждый день две-три тысячи человек присоединяются к Церкви Божией, принимая истину Слова Божие. Миллионы людей сегодня приходят к познанию истины. И когда они узнают, сколько адвентистов седьмого дня сегодня в мире, вы увидите, что в опросе, мы убеждаемся, что адвентистов седьмого дня больше, чем в церковных книгах. Если правительство проведет опрос любой страны, к какой деноминации вы относитесь, больше адвентистов в стране, чем в книгах церкви. О чем это говорит? Они в сердце приняли эту истину, но еще не сделали последний шаг. Есть целые церкви, включая пастора, которые приходят к этой истине и присоединяются к церкви. Почему? Потому что эта истина имеет огромнейшую силу. Фарисеи говорят, неужели и вы прельстились? Никто другие не поверили ему? Не поверили, потому что не изучали то, что он говорит. Некоторые говорят, это слишком высокая цена для меня, которую я должен платить. Мне нужно отказаться от многого. Очи, если возможно, доминует меня чаша сия, Впрочем, не как я хочу, но как ты. Это очень глубокие слова. Господь использует что-то очень простое, как послушание. Сегодня избрать Господа, принять решение поклониться Ему. Я буду ждать, кое-кто говорит, пока Дух меня побудит. Я знаю, что это истина, но я буду ждать, чтобы Дух меня побудил. Это еще одна отговорка, которую сегодня используют люди. Притчи 16.25 Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Если вы знаете, что это путь Господен, принимайте решение. Все эти лекции мы изучали Слово Божие, и вы слышали Дух Божий, который действовал на вас. Но я хотел бы, чтобы ваше сердце и разум были едины. Это ваше решение, это не мое решение. Мне нет необходимости принуждать вас, вы примите решение, правда это или это заблуждение. Может быть, вы верите, но вы еще не уверены. Это честный ответ. Я желаю больше узнать об этом, я желаю узнать все об этом. Это честный ответ. Некоторые скажут, это приведет к разделению. Разделению в моей семье. Муж или жена оставит меня, или моя подруга оставит меня, моя работа. Мои родные просто отвернутся от меня. Мои родные отвернулись. Мой двоюродный брат провел линию на столе и сказал, это твоя половина, это моя половина. Я никогда ногу свою не поставлю в твой дом. Мы всегда были вместе, мы всегда кушали вместе, смеялись и плакали вместе. Провел черту. Он не был в моем доме на протяжении 16 лет. Это тяжело. Моя семья, многие из них, и сегодня понимают, что это истина, но не сделают шаг. Не сделают шаг. Это потрясающе. Целые семьи принимают иногда. Я очень завидую таким людям. Вся семья принимает истину, отец, мать, дети все. Я бы так хотел, чтобы это было в моей семье. Однажды с моим сыном дружила девушка, и она начала слушать. Она привела сестру, они методисты. Затем она привела своего отца, а затем она привела свою мать, затем еще одного друга какого-то, и все из них приняли. Потрясающе. Иногда все семьи, целые семьи принимают истину. Это может привести к разделению. Иисус говорит, в Матфея 10 глава, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Это будет единственное оружие, которое у вас будет. Ибо я пришел разделить человека с отцом Его, и дочь с матерью Ее, и невестку со свекровью Ее, и враги человеку домашние Его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Вы знаете, дорогие, Библия отвечает на все возражения, из этого возражения уйти невозможно кроме принятия решения. «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». Библия говорит, что это будет крест. Будут трудности, будут испытания на пути следования за Христом. Это не значит, что мы несчастные, беспомощные, безнадежные. Но путь христианина — это несение креста. Самое большое бремя будет не в том, что вы думаете о себе, но самое огромное бремя. Кто из вас чувствовал это? Как? Как я могу донести эту истину моей матери, отцу, мужу, жене, знакомому? Кто из вас имел это бремя, переживание? Я вижу ваши руки. Это бремя. Это переживание. Это переживание которое у Христа было о погибающих людях. Моя мать, впервые услышав эти вести, она плакала. Плакала о своих родителях. Она любила своего отца. Прекрасный человек. Настолько любезный, щедрый. Настолько приятно было находиться в его компании. Он верил в Новый век — он был, наверное, оккультистом, масоном, поклонялся дьяволу. Потрясающе. Это страшно. Я не знаю, что произошло с ним в конце перед смертью. Мы заботились о нем до его смерти. Он никогда не сказал одного негативного слова. Поэтому Бог знает его мысли, и мы надеемся, что увидим его в день Воскресения. Но у каждого человека есть крест, и нам необходимо нести его. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Исаии 43 глава 1 стих. Неужели вы думаете, что Бог оставит вас с этим крестом, чтобы вы несли его одни? Нет. Библия говорит, «Я искупил тебя, я избрал тебя, я сотворил тебя, я назвал тебя по имени, не бойся». Он говорит, «Ты мой, не бойся». Вот вопросы, которые встречает каждый перед принятием решения. Есть много вестей, которые мы не изучали. Мы только немножко обратили внимание на книги Даниила, Книга Откровения богата пророчествами. Почему я об этих книгах говорю? Потому что они имеют прямое отношение к нашему времени. Мы не обратили наше внимание на Исаию. Это целая книга, целая Библия в одной пророческой книге. Какое утешение, какое ободрение в книге пророка Исаии. Книги Псалмов потрясающие псалмы. Некоторые из них утешение о пришествии Мессии псалмы покаяния. Мы не читали Тору с вами. Библия — это неисчерпаемый источник знания и мудрости. Мы будем продолжать изучение. Несмотря на то, что я уеду, вы не во мне заинтересованы, вы заинтересованы в Иисусе Христе. И поэтому, когда вы придете в тело, Церковь Божию, вы служите Иисусу Христу. Вы не смотрите по сторонам, говорите, а почему это он такой человек нехороший, или не верен в своей супруге, что здесь или там ваша роль и ваш призыв служить Христу, следовать за ним. И мы должны достигать гармонии. Мы можем подойти к этому брату и сказать, брат, посмотри на это. Что об этом говорит Библия? Не ожидайте совершенства, но ожидайте истины. И не сдавайтесь, пока вы не обретете всю истину. Следуйте за Христом. Он поможет вам не бояться, потому что Он искупил вас. Вот вопросы. Мы не заканчиваем. Но мы пришли к моменту, когда мы должны принять решение. Я хочу пригласить каждого из вас. Кто решил или пришел к выводу, что это есть истина, остаться после нашей лекции чтобы мы могли приготовиться к крещению, как нам заключить завет с Господом через водное крещение. Если я был крещен уже, что мне нужно делать? Может быть, я не готов, что мне нужно делать дальше? Библия говорит, что ежедневно Бог прилагал спасаемых к церкви. Поэтому я приглашаю каждого, кто эту истину исследовал, остаться, для того, чтобы готовиться к крещению. И мы на протяжении короткого времени сегодня поговорим о шагах приготовления, что необходимо сделать. Может быть, кто-то из вас чувствует, что я готов к крещению, я готов присоединиться к церкви. Кто-то имеет другие вопросы. Давайте мы останемся после этого. Никакого давления, ваше решение. Давайте помолимся. Небесный Отец. Благодарю Тебя, Боже, за истину Твою. Благодарю Тебя за Слово, которое является истиной от первой страницы до последней. Благодарим Тебя за пример, который Ты оставил для нас в Иисусе Христе. Помоги нам наши взоры обращать только к Тебе, быть послушными Тебе, следовать за Тобой. Приди в наши сердца, наш разум, помоги нам принять правильные решения чтобы мы могли следовать за Тобой, куда Ты ведешь, чтобы мы шли не за человеческими системами, но следовали за Тобой, за Словом Твоим. Благодарим Тебя за то, что Ты говоришь каждому сердцу и ведешь нас к решению. Я знаю, что многие знают эту истину на протяжении многих лет, включая меня. И я сегодня желаю вместе со слушателями перепосвятить себя Тебе и сказать Господи, если я отступал от Тебя, я совершал ошибки, я знаю, Господи, по благодати Твоей, праведник много раз падает, но Ты поднимаешь его. Поэтому мы перепосвящаем себя Тебе. Помоги нам сегодня принять решение во имя Христа. Аминь.